Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Ви дивитеся програму «Екополіс». Сьогодні моїм співрозмовником є директор екологічного центру поводження з небезпечними відходами та промислової технології Володимир Абраменко. Вітаю вас, Володимир Анатолійович! Добрий день! А, власне, темою нашої розмови буде одна з найболючіших екологічних проблем Черкаської області, а саме забруднення водойм, стічними водами та підтоплення ними території області через недостатню кількість водовідвідних систем. Наявність у будинку води є однією з головних складових комфортного життя. Проте ми не часто замислюємося над тим, що з нею відбувається після нашого використання. Адже вода може незабаром повернутися до вашої оселі. В якому вигляді і чим це загрожує, розповість наш експерт. Тож, Володимире Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, в чому полягає суть проблеми очищення стічних вод та водовідведення в Черкаській області? Ми розглядаємо такий приклад, як наш городок обласного значення Черкаси. От представте собі, в настоящее час у нас 18 400 частних домовладіння. Із цих 18 400 частних домовладіння, всього 7 400 мають каналізацію. Тобто, виходить, 18 000 домов забирають воду, і 7 000 всього домов збрасують в каналізацію. Все остальное, так називаємо вигрібні ями, і все це вода со всіми примісями, со всіми моющими средствами попадає в підземні горизонти. Если взять даже по одному литру, то получается 10 тысяч литров. А мы знаем, что норма водоснабжения, которую считает наш водоканал, 9 кубов на человека. И представьте, вот эти вот цифру взять, которую количество людей, которые проживают в этом доме в частном, и количество воды, которую употребляет, и количество, которое они сбрасывают. И получается у нас под нашими Черкасами в районах индивидуальной житловой, так называемой, забудовы, возникают огромные подземные озера. І вода ж вся ця, по суті, яка йде в Дніпро, вона не очищена, як ви казали, да. Тому що в нас немає достатньої кількості водовідвідних систем. Да. Ну, я би сказав так, що тут виходить така ситуація. Наша вообще, земля має как бы, такой, как слоєний пирог. Перший слой – це водопроницаемый слой. Второй – водонепроницаемый слой. Третій – водопроницаемый слой. Четвертий – водонепроницаемый слой. І так постійно він находится в таком слое пирога. И вот там, в последнем, когда идет водонепроницаемый и проницаемый слой, образуются такие огромные озера. Эти озера скапливают накопление вот этих самых вод, которые загрязнены моющими средствами, пестицидами, гербицидами всевозможными. И потом эти подземные озера имеют свое свойство по горизонтам стекать в наш Днепро, потому что в связи с тем, что у нас образование Днепра имеется за счет водостоков, то эти все водостоки поступают медленно в Днепро. А взагалі найбільшими забрудниками, наскільки відомо, забрудниками води є побутові відходи. Який вплив вони мають на навколишнє середовище? Ну, смотрите, что вообще в самой вот те в той воде, которая как бы тут человек взял воду. Часть он употребил для питья. Вторую часть он затрачивает на бытовые нужды. Берем, к примеру, первый вариант – стирка. Все моющие средства изготовлены для того, чтобы смыливать. Легче всего изготовить на основе фосфатов. Это фосфат, он дает моющее, оно хорошо отмывает, но было принято у нас постановление на уровне Кабинета министров о том, что запрещено вывозить данные порошки, которые имеют фосфаты. В настоящее время этот вопрос как бы притуплен, и эти порошки продолжают ввозиться, продолжают реализовываться, и все эти фосфаты попадают в подземные горизонты. Чем страшно это попадание фосфатов в подземные горизонты? Эти фосфаты способствуют развитию микроорганизмов, и мы видим, когда вот эти неочищенные истоки с примесью фосфатов попадают в наши в открытые водоемы, то возникает такое бурное развитие флоры.
значит, все водоросли как бы начинают аж выпрыгивать с водоемов, потому что, ну, питание их очень хорошо. Когда они начинают бурно произрастать, они начинают употреблять огромное количество кислорода. И этот кислород они забирают у тех, у рыбы, у всех млекопитающих, которые проживают именно в этой воде. И происходит вроде в июле месяце, вот у нас всегда такой период бывает, что все нормально, только вода начинает нагреваться, бурное развитие этих водорослей, и рыба, и вся живность начинает всплывать, задыхаться, потому что отсутствие кислорода. Наскільки я знаю, є найнебезпечнішими синьо-зелені водорослі, правильно? Вони да. йдуть від порошків з фосфатом. Ну, сині-зелені водорослі, це вже получилось в результаті такої, как бы биологи говорят, в результате мутации водорослей и в результате того, что произошло изменение климата частичное, то сине-зеленые водоросли начали подниматься с южных тропиков сюда к нам и проникать все больше и больше в северные широты и здесь обильно развиваться, потому что та температура, которая сейчас и нагревание воды и вообще атмосферы способствует их развитию. И вот в тот период, когда у нас, например, холодные зимы, мы очень ждем всегда холодные зимы для того, чтобы все это погибло, чтобы оно, пока там весна, там лето, оно не успело развиться до такой степени, не создавало новых условий для развития. Як взагалі намагаються боротися з цією проблемою в Черкаській області? Вообще, мы разговаривали с директором водоканала тоже. Значит, первое, что самое главное, каждый житель нашего города должен помнить о самом главном. Первое, если у него есть канализация, он должен заключить договор с нашим водоканалом для того, чтобы все стоки, которые он собирает в своих объемах, канализационных стоках, эти стоки забирал наш водоканал и отвозил на очистные сооружения. Раз. Второе. Мы должны рассмотреть программу к этому вопросу, как бы мы все рассматриваем, но эта программы нет у нас по строительству и канализованию этих домов частного сектора, привести их в центральные канализационные системы. Два. Третье. Мы должны ограничить употребление всевозможных порошков с компонентами фосфата для того, чтобы уменьшить влияние вот этих фосфатов на воду и на загрязнение подземных горизонтов. Я всегда говорю, что вот представьте, не в каждом городе имеется два таких серьезных университета, наш Черкасский державный технологический университет, наш Богдана Хмельницкого, там очень сильная школа, кстати, Богдана Хмельницкого, биологов. Все, ну, большое количество, по крайней мере, тем курсовых работ, дипломных работ, всевозможных изысканий, ученых изысканий, должно быть направлено, первое, на решение вопросов именно Черкасской области. Это дает, во-первых, как бы в дальнейшем развитие нашего региона, что можно использовать данные материалы. И второе, что можно данный материал, как в виде такого интересного примера, куда-то вложить в форме инвестиций в другие города. Тобто нам можуть допомогти науковці? Вони не то, що не можуть, вони обов'язані допомогти, тому що теми дипломних робот, теми курсових повинні чітко бути скоректовані нашим департаментом екології, тому що проблеми всі у нього сконцентровані, нашій державної екологічної інспекції і, в кінці кінців, нашій обласної адміністрації і міської ради для того, щоб мы решали проблемы, чтобы не было так, наука для науки, а жизнь вроде для жизни. А потом говорим, почему такие проблемы. Взагалі, яким є вихід із ситуації щодо того, що в нас недостатня кількість водовідвідних систем? Що все йде, немає каналізації? Ну, понимаете, что в настоящее время сейчас, как бы, мы когда говорим о том кредите, который, дай Бог, если там все сложатся звезды удачно, наш получит водоканал, то все-таки водоканал и депутаты Мирской Рады должны рассмотреть такой вопрос, как проектирование и строительство вот этих
парком канализационных систем для частного сектора, для того, чтобы эту ситуацию решать. Потому что мы видим, вот там, где находится частный сектор, застройка, оно будет продолжаться, это все будет, оно просто будет модернизироваться, и поэтому в тот период, когда у нас дороги в таком состоянии, как бы их надо ремонтировать, и вот в этот период, когда перед ремонтом дорог, можно рассмотреть вопрос строительства этих канализационных систем. Как вы считаете, в Черкасской области есть перспективы вырешить проблему? Вы знаете, что каждая проблема всегда имеет свое решение. Первое – это желание власти решить проблему. Второе – это надежное финансирование, проинвестировать этот. И третье – привлечение бизнеса к этому вопросу для того, чтобы бизнес поучаствовал в решении этих вопросов. Я не исключаю, что, например, канализационный какой-то кусок может построить бизнес, потому что представители бизнеса могут проживать в этом районе, профинансировать. Могут жители профинансировать очищенную канализационную систему, потому что мы знаем, что вот один из примеров строительства, к примеру, газовых мереж для какого-то района, жители частично финансируют его. Поэтому здесь каждый заинтересован, чтобы под его домом не было 12-20 кубов там, еженедельно сбросов вот этой всей воды, которые в конце концов находятся под ним. И он видит, что он сидит как бы на бомбе повільної дії. В принципе, перспективы є, все залежить и от людей, и от держави. Да. Дякую. Не так от держави, как зависит от именно от нас, от местной власти, от местных, от жителей, по крайней мере, проживающих на данной территории. Дякую вам, Володимире Анатолійовичу, за участь у програмі. Сподіваюся, що нашим телеглядачам було цікаво та, головне, корисно дізнатися, як наше повсякденне життя впливає на навколишнє середовище. А ми прощаємося з вами. Бережіть себе та те, що вас оточує. Зустрінемося за тиждень.